своим результатом доволен сегодня? Ну да, в целом, да. Получается, на московском марафоне я быстрее не бежал. Круто. В конце прям доставал, подтягивался к Искандеру. Верил в то, что сможешь обогнать? Ой, не знаю, это сложный вопрос, на который не хочется отвечать. Хорошо. Доволен ли результатом твоего коллеги Искандера? Да, да. Он выиграл, ему эта победа нужна была. Окей. Искандер сказал, что он больше не хочет с тобой бегать марафоны и вообще не хочет с тобой тягаться. Как ты думаешь, почему? Лукавит? Почему это? А что случилось? Не знаю, сказал, не хочет больше бегать марафоны, не хочет с тобой соревноваться. Что думаешь? Еще получится вместе стартануть, посоревноваться? Не знаю. Я думаю, что это его последний марафон в стране. Интересно. Как считаешь, кто еще может составить конкуренцию и, в принципе, потягаться по результату и по медийности среди бегунов? С Искандером? Да. С Искандером, наверное, еще нету нового Искандера по медийности, а по результатам каждый марафонец может, если хорошо подготовиться. Окей, ты стал победителем спартакиады, правильно? Да. Доволен тем, что... Ну да, да, конечно. Угу. Это одна из целей была. Окей. А как тебе результат Володи Никитина сегодняшний? 28-11, рекорд России. Я не знал. Круто. Круто вообще. Так, а один момент. Саму спартакиаду, получается, я гран-при выиграл спартакиады, а спартакиаду саму, получается, Искандер выиграл. Окей. Да, хорошо, вот это уточним. Гран-при марафонца там какого-то. Угу. По итогам двух марафонов. По лучшим результатам, да, там, получается? Да. Окей. Хорошо. Ближайшие планы? Пока я не объявлял, наверное, не буду объявлять, но мой марафон впереди еще. Угу. Супер, то есть у нас интрига. Ну, типа того. Окей, круто. Ну, будем ждать. Еще раз поздравляю. Спасибо.